Реабилитация незрящих людей – тема особенно актуальна. Ощущать себя полноценным человеком, будучи обделенным зрением, как раз и предусматривает проект «Путь к успеху». Его реализация – инициатива Центра успешного человека совместно с Белорусским товариществом инвалидов по зрению. Вовлечь в трудовую деятельность поспособствует созданию позитивного имиджа незрячих в обществе. Такие цели были намечены. Сегодня план активно осуществляется. Программа курса включает элементарную реабилитацию, обучение навыкам ухода за жильем, приготовление пищи, изучение шрифта Брайля, основам работы на компьютере. Далее – совершенствование полученных знаний и новый, более серьезный уровень. Научим пользоваться уже людей совершенно не только ходить с тростью, а и со всеми современными навигационными системами. Мы поможем овладеть другими инструментами айтишными, которые позволяют сегодня сориентироваться смело в пространстве, не потеряться. Мы сегодня будем обучаться работе, например, с программой Excel, что очень нужно для работы, если ты в офисе работаешь, то есть любой интеллектуальный труд, только плюс, когда ты имеешь эти навыки, это и расчеты, это и составление различных документов, и прайс-листов. Большое внимание в рамках проекта уделено важному аспекту – коммуникации. При трудоустройстве незрячего человека этот вопрос стоит крайне остро. Как легко адаптироваться в коллективе, стать полноценным членом одной команды, как выглядеть не просто опрятно, а элегантно и в соответствии с дресс-кодом, как вести себя в нестандартной ситуации и даже танцевать в паре. Всему этому обучит программа «Путь к успеху». Как правильно представиться по телефону, как правильно позвонить по телефону и как правильно, ну, в общем-то, презентовать себя, если ты пришел на встречу. Как, понимаете, люди зрячие устанавливают контакт, ну, зашел с доброжелательным лицом, посмотрел в глаза, как-то наступает некий контакт, согласитесь. А я это сделать не могу, потому что я не вижу ваших глаз, и, соответственно, мои глаза вам ничего не выражают, если вы даже их увидите. Здесь играет роль, каким образом, какую первую фразу сказать, какие жесты делать. Если я зайду и начну трепаться руками, уже какое-то сомнение вызовет. То есть есть технологии, которые мы намерены людям, это уже психолог у нас в команде есть, который будет рассказывать эти элементы. Пройти курс интенсивной реабилитации и получить поддержку в трудоустройстве на открытом рынке труда или при открытии своего дела инвалиды по зрению из Брестской области смогут в течение года бесплатно в столице Синеокой. Механизм запущен успешно, а значит, перспективы отличные. Мы планируем от нашей Брестской области, чтобы в этом году именно в плане проекта, прошло хотя бы, ну, человек 10, точно прошло. Угу. Ну, а в дальнейшем жизнь покажет. София Бережная, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.